Муску отпустил сразу к Валеру, говорит, ой, посмотрите, это что такое, капец. Сейчас, моя девочка, давайте. Не, Муса грубиян, да. Эти мои сладкие. Ты моя бочка, сколько там? Подожди, тихо. Все. Да подожди, да, тихо, Муса. Это не собака, это человек. Это красивый человечек. Красавцы, все красавцы такие. Класс, тихо. Ну, Муса, ну, нельзя спокойно. Тихо. Граф, тихо. Посмотрите на этого красавца. Да тихо, ну, граф, ну, спокойно. Ну. Качина. Ну, граф, это супер. Я вообще, мои жупели, мои шлётки, мои, обожаю вас. Всё, убрался, ждем Стёпу. Мои любимые, мои ветеранчики, мои, ю-ху. Киара сразу на свою исходную. Да, эти мои ладосы. Не, ну, граф имеет спайка, вот эти движения, конечно, пипец как. Прям вот в 10 раз только больше. А Киара, все, смотри, Киара. Малышка, шерсть дыбом чуть-чуть. Она готова за щенков сражаться. Да-да, мои сладкие, мои красивые, мои. Ой-ой, халё, все настроение, все здоровы, все прекрасно. Гулять хотят, назло делают. Я уже третий раз убираюсь, уже эту поставил, не эту сдвинул. Снежка, ты получишь у меня. Сволочь. Валера, тебе крышка. Знаешь почему, брат? Валера лучший друг. Крышка почему? Потому что шапка розовая, кофточка. Ну, она нормальная. И машина красная. Что такое? Где Кавказ вообще? Ребят, приехал. Пока Степа едет, быстро мясо куплю собачкам. Это Вадим. Да. Правильно. Фу, но для него я Валера. Да. Поэтому... Все, братик, я побежал, только мне гости. Да. Степа подъезжает, ну, минут через 15-10 будет, так что бегом, берем курицу. Сегодня побалуем всех. Работаем, ребят, работаем. Сейчас возьмем гриль, Степу встречаем. Так, ребят, быстренько кормим собак. Всех. Так, сегодня надо натуралочки кушаем. Жир отрезаю. Багирка сегодня еще не будет кушать. Завтра я отварю бульончик, не бульончик. На, моя девочка, кушай. Или половинку дай, завтра утром еще дам. Ребят, едем за Степой. Так, ребят, подъезжаем. Он здесь на Авроре где-то должен стоять. Степ, чача. Гриль тут, все, братан. Ну, выйди, я обниму тебя, чачу везде. Я хотел твою реакцию видеть, да? Назад я чаче больше рад, чем тебе, да? Ау! Здорово, братуха. Соскучил за батом, блядь? Пипец, я уже не узнаю тебя, блин. Этот с камерой блогера. Чистый вот, как говорят на отдыхающих? Бздых. Бздых, да. Стал бздых. Красавчик. Вздых не, братан, я лягушка. На это жду, помолодел, братан. А? Да. Ну, видишь, наверное, бздых, чистый бздых. Наушники вот эти, движи. Рюкзак, путешественник. Так, ладно, выключаем камеру. Да, теперь у нас и лампочки, братан. У нас теперь, брат, и лампочки. Много изменений. Сейчас ты увидишь, я, конечно, ходил по-светлому, чтобы... Да, только зашли. Только зашли, выгрузились, да. Выгрузились. Короче, что-то будет... Свет уже радует. Да, говорит, ярче стало. Груша радует. Вот эта груша, да, порвет ее Степа. Картина красивая. Если ты разрешишь, как ты грушу на 100 подписчиков... Я пересмотрю, братан. Нет, тебе не знал. Ребят, давай, если ты разрешишь, это умора вы умрете. Просто я, короче, с новым взглядом взгляну на этот ролик. Если приколен, то хрен с ним. Хорошо, так, все. Надеюсь, он согласится. Так, ладно, ребят, у нас обзор. Сейчас мы перекур и пойдем. Кофе. Редко, но бывает. Ну что, Стёп? Чё, Стёп? Дальше игра? Бля, какая колбаса. 5-1.
Реально, сейчас я его... Решающий. Я фартовый, он лучше меня играет, он мастер с детства играет. Но пары, мы первый раз с ним играем. А я не успею. А, успеешь, две пары. Это раз. Ты что, охренел? Кидай. Если он сейчас выиграет... Я... Береги. Блин, зря сейчас могу куш кинуть, ты в пролёте. 6-4. Если ты сейчас выиграешь, Стёпа... Парочку. Блин, ударилась на 6 шло, если честно. Наказывает, наказывает. Стёп, как ты сказал, я фартажу, я же тебе говорил. 5-2. Я вышел 5-2. 4-1. Я тебе говорил, я фартовый, ребят. 5-4. Короче, я понял смысл. Когда Стёпа со мной, без фарт идёт ко мне. Всё. Красавчик. Но лучше играть просто я на везение отвечаю. Фартажопый на фарте тянет. Так и надо. Холодный. Какие вы теплые, Степа, говорит. Мы замерзли просто. Это кошки пользуются? Да, они, я перед тем презом раза три убрал. Поставил новый лоток, они полностью играют в нем. Асты закрыть. Уже поставил сверху коробку, коробку убрали. Пойдем, пойдем сейчас, оденемся. Так, все, ребятки, у нас, короче, пир на весь мир. Газуем. Все, газуем. Угадай, что это. Белая коробка. Ты попутаешь, что здесь? Сейчас ты ахнешь просто. Ты ахнешь сейчас. Подписчица отправил. Да, очень хорошая подписка. Этот. Ява? Какой год, посмотри. 45, 81 год. Ни хрена себе. Антиквариат, короче. Да. С Виндером? Сейчас попробую. Свиндером? Не знаю, не открывал. Подожди. Когда сядем, а ты первый человек будешь. Я еще не пробовал. Да? Да. Включил вот этот ролик. Я говорю, главное не качество, а содержание. Какая атмосфера была бомбовская. Детюшка нормальная, аркашка. Завтра увидим. Мы видим, да? Конечно. Я его накажу. Нравоучение от Стёпы. Он начал. Вот это он любит, умеет. Интересно расскажет. Честно, вот тебя слушать интересно. Да, только, блин. Только, блин. Короче, честно сказать, ребят, почему хочу это заснять. Вот хочу, чтобы этот приезд как-то вот в лучшую сторону повлиял на тебя. Я прям готов тебя мотивировать и... Братан, вот прям хочется тебе пожелать, опять всего самого, блин, нет, это все пустые слова. Вот реально, братан, хочется, чтобы ты вот воспрял, прям вот взлетел, полет пошел у тебя, братан. Все, хватит, передохнул, все в сторону и газовать только, опять. Давай, братан. Спасибо, братан. Сейчас я без камеры еще скажу. Просто я реально, у меня душа болит, я хочу, чтобы, ну, сейчас мы поговорим. Я интернет. Че? Короче, вот. Ребят, мы спать собираемся. Ага, парики шер. Парики шер. Так, ребят, мы встали. Познакомил ближе Степана Степу с графом. Теперь он знает его предысторию. Я ему все рассказал. Ну все, как бы, да. На самом деле, блин, жалко графа. Еще раз перемотнулся. Ну вот. Я, кстати, вот вживую сейчас увидел вчера графа. Вот. И то, что вот прошлое показал, небо и земля. Да, вообще другая. Я даже не узнал момент. Капец. Ну вот так, да. Разные. Жизнь у меня была. Собой. Короче, у нас все классно, все весело. Бомба все. Начинаем движ. Степа будет, короче, он будет Говорит. Кормить, да, Багиру и Кими, потому что он лучше меня это делает, я это уверен. Короче, он будет кормить собак, а я буду будку делать Кимке, потому что я вижу, что-то вчера не доело, наверное, уже рожать, может, раньше времени, я не знаю, много щенков, поэтому хреново. Поэтому потихоньку мы включаемся в дело, все супер, посидели вчера, ну, короче, бомба. Да, всё. Классно, посидели. Да. Попёрли. Ну, что ты, смотри, лежат там в лотке, кайфуют, ну, пипец. Ра, аккуратно, не наступай на эти мелочи. Понял, лежат в лотке, играют в лотке, блин, все выкинь. Ну, они вообще на улицу ходят. Сейчас же лоток послал, чтобы не вышли, бетон не испачкать.
в этих тапочках идти? Да, 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 бля. В этих тапочках можешь хоть на Магадан идти, я. И в халате. На Магадан не хочу. О, радость, погода. А завтра скажу, а Яврик сильно не боится Степу. Видимо, тех, кого он с детства помнит, он не так боится все равно. А он не боится сильно, он просто вот уже газует даже. Ну давайте его отпустим. Я гуляю. Все. Колобок, видишь, защищает уже газ. В смысле, а ну успокоил, видишь? И вот его ругаешь, он как этот, не поймет за что. Ари, все, Ари, пойдем посмотрим плиту быстро, поближе. Багира. Багира до сих пор не вышла, офигеть. Ну ничего, надо уже ее кормить, она уже больше суток не кушала. У нее корм есть, то она, да, надо бульончика, что-нибудь такого, отварного мяса. Ой, плита белеет, сохнет. Все. Блин, вчера это продавили, понял? От сердца. Когда уже наступать можно? Не, там Томкис. А, ну кошки уже ничего не продаются. Не, да у кошек. Ну смотри, еще чуть-чуть. Да, еще. К вечеру уже. Потому что холодно было сегодня ночью. Сегодня не будет так холодно. Конечно, мокрый еще здесь. Да. Посмотрите, какой узор. Блин, бетон не совсем получился гладкий прям, потому что Эльдар говорил, что-то он не совсем эластичный, плохо равняется. Но в целом хорошо заровнял. Только я не понимаю, почему он отшелушивается кому-то. Верхушка странно, первый раз такое вижу. Зернистый, да? И сверху как пленка какая-то. Да? Слушай, они только вчера сделались, мало ли что-то не то замесили. Да, посмотри, странно, да? Ты что такое? Это жук. На лед похоже. Видишь, такой тоненький. Ну, первый раз такой никогда не был. Такой. Надо позвонить, что охренели. Это чурин вот не это страшно, убери, а вот братан. Это. А ну это уже нормально, смотри. Да? Чуть-чуть уже не бетон. Подсохло еще, да, просто? Да. А, ну, спина да, вот это тоже. Это я понял, здесь вода стояла, да. Не, нормально. Не, лишь бы вот снизу, где. Ну пусть подсохнет вот еще, посмотри, просто холод. Вот здесь нормально, бетон как ну, здесь, бетон. Да, она просто еще не взялся до конца. Ну посмотрим, пусть посмотрим. Нормально. Ну это странно это чуть-чуть. Посмотрим. Мы со Степой как в детском садике, все по расписанию. Блин, забываю это. Закрыть здесь, а то Луна под вольер идет, потом ее жди, пока она выйдет. Молодцы, молодцы. Молодец. Муса, буди. Муса, ну куда ты сидишь? Сейчас, смотрите, киарну Валеру пойму, она выскочит. Молодец. Пойдем гулять. Пойдем гулять. Сейчас услышит, как калитку открою, может вылезет. На кошек отпускай. Это хитрая, представляете? И не... Пойдем, Муска, молодец. Молодец. Она там голову вытащила. Молодец. Тут нельзя. Нет. Сейчас выскочит. Нельзя. Нет. Нельзя. Молодец. Хитрая, не выходит, представляешь? Молодец.
Молодец, Киа, каймай. Моя девочка. Все, блин, бетон мне чуть не нравится. Молодец. Муска, иди сюда, а ну. Лунку оттуда вытаскивай. Молодец. Молодец. Муска. Сейчас он ее увидит, а испугается. А, увидел и все равно. Тихо, ну не вот обязательно прыгнет. Молодцы, молодцы. Молодцы. Гуляй, гуляй, гуляй. Гуляй, гуляй. Молодцы. Молодцы, молодцы. Молодцы. Это грация, молодец. С Муской они давно не виделись. Ты заливал, ты давно их, она ни с кем не гуляла. Видишь, какая она довольная, что кобеля увидела. А? Да тихо, блин. Сейчас тебе Муса челюсть отобьет. Смотрите, как заиграл. Сейчас, если был бы это... Сука, питбуля, она бы порвала уже. Она бы уже порвала. А так ты счастлива, да, короче? А так ты счастлива, да, с кобелями гулять? Любишь, да, кобели? Пойдем, Валя. Луна, Валя. Все, теперь можно кошаков отпускать. Блин, лишь бы бетон нормально, что-то странно. Да стёп, все, может, Эльдар, иди, заходи. Так, короче. Она не трогает. Я ж тебе деньги должен, она не тронет. Иди сюда, ну, закурь. Вон стоит. Все, я возьму. Низя, низя. А, Муська, красоте. Здорово. Всё, короче. Ай, блядь, ты хоть начкала, ловко. Ачка? Ну, варан. Попала? Не. Фу. Я аж убрал в сторону. Все, все. Итак, а мне... все, сейчас. Ну что? Эльдар, заходи, он не трогает. Что ты так? Я должен никому не буду хоть, да. Да, он не трогай, да. Нельзя. Нет, он выйти думает, он на тебя ему вообще все равно. Да? Да, да, он не... они же добрые, видишь, виляют хвостом. Сейчас, Муса, мы сделаем так, что мы не должны будем уже никому. Сейчас. Уже ходил? Тебе кто рад? Ты чё? Серьезно, ну зачем? Проверял. Кого? На он тебя ругает, видишь? Спайк, уж ты чё, тебя закрыли дома? Не, они не тебя, чтобы на бетон не залез. Терпели. Вот они умнички, ребята, они вообще в туалет не ходят валить. Умнички. Ух, машинка, чё моя машинка? Нельзя. Метят нас. Это Степа говорит, если вы человека не испачкаете, вы не выбудете. Порода такая, не должна. Не надо, брат, сейчас не готов еще. Пусть да, отдыхаю. Сейчас. Девочка. Девочки, все равно. Вот у тебя нежнее, так, вот, смотри, да? Вот она чуть пыльная, грязная. У тебя такие же? У меня хуже. Хуже? Ну все, тогда отлично. Так, спайки, ара, давайте, Валерки. Так, все, Эльдар рассчитался, все, бегом кормить надо. Давайте, Валер, Кярка. Кярка. А ты, малыш, не выпендривайся. А то... Сейчас. Или собирается? Не знаю, может, собирается, надо посмотреть. Мясо не доела, бра, она всегда на целую доедала, а ты дал. Ой, лентяйка, лентяйка. Ну да, тебе бегать нельзя. И это. Вот. Там, короче, Спайк с Киарой увидели чужую кошку через калитку и стоят, смотрят, и Спайк на Киару как накинулся. Поэтому его отругал чуть. Своих хоть не трогают, молодцы. Она бедная, ничего не... Надеюсь, я вчера пуповину порезал, ничего не случилось. Вообще шикарно. Да? Тепло, коврик, смотри. Наверх. Молодец, наша девушка. Посмотри, окей.
Это что такое, да? Да ты моя сладкая, да ты моя девочка. Погладь. Я еще не увидел. Не, я уже увидел. Конечно, погладь, братуш. Погладь. Молодец, молодец. Молодец. Она наоборот хочет ее погладить. Да ты, або материнский инстинкт. Послушай, щенки целуются, смотри, ходят. Сиськи ищут друг друга. Смотри, они поцеловались. Сладкий мордаж. Давай хавы сделаем и тогда нормально с ними пообщаемся. Ты чё, к родам готовишься? Сейчас. А чё ты так? Сейчас, я вернусь, сейчас всё сделаю, сейчас со Стёпой мясо. Чё-то подождите, чё-то она раньше времени? Малышка, ты чё, раньше времени собралась? Так, сейчас мы вернёмся, всё тебе закрыть. Пипец, она что, рожаться неправильно, живот так. Сейчас, малышка, сейчас. Надо прибраться здесь, пипец. Она отказалась, все, она рожать будет. Все понятно. Так, бегом. Ребят, вот выбираем. Так, Степа делает, я побежал. Он кушать делает, я побежал в будку делать, сейчас переодеваюсь. Жесть, я не ожидал, что она быстро будет так рожать. Короче, все, я не успеваю, это жопа. Короче, ролик я не делаю, не успеваю. Сейчас хоть все понакормит ее, нормально. Тимка, ты еще не рожа? Блин, я думал, щенок это мясо. Малышка, ты еще не рожаешь? Так, все, убираем. Что-то она прям не выходит. Готовится. Так, все, сейчас буду думать, когда. Так, давайте откроем, сейчас все генерально. Как всегда, вот это беготня. То купить надо для будки, то. Вот так вот все поработает. Ролики смотрят. Готовят. Политика. Красавчик, смотрите. Помощник. Так, все, инструмент принес. Сейчас, видите, тут открыл, жарко. Здесь тоже откроем, пусть проветривается. Так, пока. Пока Кимка не вышла. Что, ты не рожаешь? Я нервничаю, сейчас, малыш. Так. Сам щеночек, мне жарко. Вам не жарко? Сейчас. Все, так, Симба нельзя. Вот это откроем, пусть чуть жарко, пусть подышит. Так, Симбочка нельзя, малышка мой. У волков здесь прохладно, хорошо. Я не кайфую, да не кайфую. Не морда вот. Оставь, это не твоя. Ой, Ким, говоришь, привет. Ты моя самая худющая, самая такая. Вот у волков ушки классные. Так, я буду эти брать.